Всем привет! Сегодня хочу показать, как установить Google аналитику на сайт Redbubble в новом 2021 году, так как некоторые панели изменились. Я, в принципе, мучилась создать и связать аналитику, у меня не получалось несколько раз. Теперь хочу вам показать, как все это сделать. Итак, что нам нужно? Нам нужно в кабинете Redbubble нажать вот приборная панель. Мы попадаем в информационную панель, у меня все переведено здесь, поэтому на русском. Здесь есть вкладка Google Analytics. Нажимаем на нее и попадаем вот на Google Аналитику сайта Redbubble. Тут описание идет, как создать. Если у вас нет учетной записи, значит регистрируйтесь. Если есть учетная запись в Google Аналитике, то вам необходимо создать новый профиль для новой статистики для сайта Redbubble. Итак, что необходимо? Можно сразу перейти вот по вот этой ссылке, и вы попадаете на сайт, на Google Аналитику. Сайт analyticsgoogle.com. Идем в администраторы. Если у вас полностью нету кабинета на Google Аналитик, то вы пошагово создаете кабинет Google Аналитики. Там просто пошагово нажимаете на «Создать кабинет». И доходите до администратора уже. Сейчас вот полностью вам покажу. Вот. Мы создали, нажали на кнопку «Создать новый профиль». Создаем аккаунт. Здесь пишите свое название. То есть, вот если у меня вот у нас Redbubble сайт, то мы так и пишем, в принципе. Ну, либо как вы хотите обозначить данный профиль. Redbubble у меня. Я 3 раза создавала. У меня вот теперь уже нажму на 4. Так. Здесь галочки у нас все проставлены. Просто нажимаем следующее. Здесь опять же то же самое. Заполняем название. Это будет название кабинета, чтобы вы не перепутали, чтобы вы знали название, к чему привязана эта статистика. Redbubble 4. Проставляем свой часовой пояс. Я оставлю так, как есть. Валюта в долларах. Так все равно Google идет в долларах. Поэтому нет смысла менять на российские. И теперь самое главное не пропустить вот этот шаг. Вот. Я просто нажимала раньше до этого далее. И шла по шагам. И у меня не получалось ничего. Я потом покажу, что у меня получалось. Нажимаем дополнительно. Просто нажимаем на кнопочку. Активируем, то есть ее. Сюда вбиваем URL сайта нашего. Это redbubble.com. Вот как есть вот он. Redbubble.com 3W. И здесь проставляем создать только ресурс Universal Analytics. Сейчас они, видимо, изменили. Идет включение статистики для Google Аналитики 4. Вот. Новая, улучшенная версия, походу. Но у меня не получилось. Без всего вот этого у меня не получалось. Поэтому делаем, как я. Так, идем далее. Здесь проставляем, опять же, заполняем поля необходимые. Компанию вашу. Здесь заполняем галочки вам необходимые, в принципе, вот так вот. Нажимаем создать. Галочки проставляем, что мы согласны, что принимаем условия ихние. Нажимаем принимаю. Грузится. И вот наш новый идентификатор отслеживания. Вот это вот и нужно, необходимо проставить вот на сайте Redbubble. Вот. Я уже проставлять не буду, и у меня уже стоит. Вот я только сегодня проставила ее час назад. Менять уже не буду. Вот сюда. И нажимаем кнопку «Сохранить». И все. И будет идти аналитика просматриваться на сайте Redbubble. В вашем кабинете
Гугла. А теперь вот смотрите, что у меня было. Так, сейчас, как мне тут найти еще ее? У меня их несколько. А, вот они все аккаунты. Вот Redbubble у меня, значит. И уже у Redbubble есть два дополнительных у меня. Вот. Redbubble 2, Redbubble 3. Сейчас покажу, что было на потоке данных. Вот все то же самое. Нажимаешь, получается, сайты. Тут вот добавить поток. Вот что у меня выходило. Какая-то какие-то буквенные. Идентификатор буквенный. И у меня Redbubble никак не хотел его принимать. Никак не хотел его принимать. Я уже не знала, уже отчаивалась, уже не понимала, что не так делаю. Пока не увидела американское видео. И тогда пошагово сделала то же самое. Что и вам советую делать. Не пропускать некоторых нюансов. Надеюсь, видео было полезным. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем пока.